Всем привет! С вами Сабина Жакупова и программа «Шок Жулдыздар». Сегодня мы обсудим полезные инстаграм-аккаунты, ведь большую часть своего времени мы проводим именно там. Ну что, поехали? Первый у нас инстаграм-аккаунт, где блогер Алика делится полезными средствами по уходу за кожей и не только. Всем советую и рекомендую заглянуть к ней на страничку, может быть, каждый найдет для себя что-то новое. А вот аккаунт на заметочку молодым килинкам. Там рассказывается, как приготовить вкусно и быстро. Ведь все мы знаем, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А также я рекомендую подписаться на страничку BBC News, ведь сейчас очень актуально и модно быть в курсе всех последних новостей. А вот если вам интересны новости в сфере медиа, то советую подписаться на страничку Медиа Академии. А вот если вам интересны новости именно своего города, то я рекомендую подписаться на такую страничку, как, к примеру, это Алматы Today. Там рассказываются все последние новости вашего города. А теперь разберем один из ваших инстаграм-аккаунтов. Андриана Ткаченко. Молодая модель в своих постах делится впечатлениями о съемках и полезными советиками. Рекомендую подписаться. А также напоминаю вам, что о вас и вашем инстаграм-аккаунте может узнать весь Казахстан. Вам всего лишь нужно отметить наш телеканал и 3 хэштега под ним. А с вами была Сабина Жакупова в программе «Шок Жулдыздар». Шок Жулдыздар.